Ивантеевка принимает подиум 2017. Конкурс театров мод проходит в рамках фестиваля «Юные таланты Московии». Актуальность идеи и дизайн, гармония костюма и образа, пластическая культура модели и эмоциональность – это в первую очередь модное шоу. Мне бы хотелось назвать наше сегодняшнее мероприятие праздником. Праздником красоты, праздником творчества, праздником фантазии. На нашем сегодня празднике представители из 23 коллективов, 14 территорий Московской области приехали сюда сегодня для того, чтобы показать свои таланты. Циркачи и акробаты, русские красавицы из сказок и герои конструкторов. Свои дофиле представляют театры моды почти со всего Подмосковья. Это Коломны, Королев, Дзержинский, Чехов, Серпухов, Люберцы, Подольск, Сергиев Посад, Фрязино и другие города. От Ивантеевки выступает сразу 3 коллектива. Мы желаем вам хорошего и красивого представления. Мы очень хотим, чтобы память о сегодняшнем дне у вас осталась, чтобы вам понравился и полюбился наш город, потому что фестиваль в нашем городе проводится уже не первый раз. Школьные театры моды из Ивантеевки завоевали несколько наград для города в номинации «Сохранение традиции». Вторыми стали русичи из первой школы. Диплом за сохранение традиций вручили и театру моды «Силуэт» 7-й школы. В номинации «Показ модели одежды» победители «Ивантеевский нюанс». Школа номер 2.